Всем привет, ребята, на связи, как всегда, я, Бабаев. Сегодня за долгое время у нас будет путь бомжа до генерала ФСБ, ведь последнюю серию я выпускал месяц назад. Все было из-за некоторых причин, которые появлялись передо мной. И я гулял по организациям, снимал, набирал неплохие просмотры, лидера ФСБ сменили, и прошел мой час вступить туда. А в прошлом конкурсе победил вот этот человек, он забирает 5 миллионов вертов на центральном округе. Поздравляю тебя. Отпиши мне ВК, чтобы забрать свой приз. Всем, кто кушает, приятного аппетита, а мы поехали. Видео мы начинаем с того, что я хотел написать заявление на перевод, и я пытался узнать, можно ли перевестись со ВСИ на ФСБ. Написав лидеру ФСБ, я получил ответ, что можно переводиться только с КТЦ и ГУВД. И я решил написать вот такое заявление на перевод в ГУВД. И буквально через часа два мне одобряют перевод. Далее мне нужно уволиться со ВСИ и поехать в ГУВД, как я и сделал. Сначала я уволился. Иди нахуй. А потом и поехал в ГУВД. Приехав в ГУВД, я начал активно общаться с сотрудниками, и вот что я от них услышал. Посмотри, там лидер ФСБ, там вообще такой душнило. Серьезно? Я тебе честно прям говорю, там такой душнило, честно. Вот как я знаю, у меня друг, он, у меня есть скрин, как он попросил его зама, точнее лидера, чтобы он попросил зама принять его по переводу. Говорит, типа, это не мое дело, типа, я сейчас не дома, это не мои проблемы. Когда тебе нужно будет, тогда и примут тебя. Служба великолепно проходит. Хотя у меня все отлично. Я не написал в контракте, конечно, одну букву фамилии его неправильно, и меня не приняли из-за этого. Далее человек, который сказал, что лидер ФСБ душнило, скинул мне скрины, на котором был достаточно непонятный диалог. Из этого я не мог сделать абсолютно никакие выводы. Ох, а как же я соскучился по крикам в отделе. Лидер ответил: мусоры, мусора, все пидоры, вот мусора, пидорасы, полнейшие. Вот информацию могу перезаписать, это хз, или как? Блять, ну ты рот ебать заполчать, бедр ебами заполчать. Ну нахер. А еще по людям в КПЗ. Нефа, рот закрой, нефа, рот закрой. Окей. Обижайся на то, что я тебя по КД уничтожаю. Ну, обижайся, обижайся. Это было давно, так что мне похуй. Видел меня в реальной жизни, ты бы упал от зависти. Понятно, понятно. Короче, я вот еще думал, то, что вот бы видос к Бабаеву попасть. Привет. И, наконец-то, мне выдали мою заветную форму 5 ранга. Но я узнал одно но. Я не смогу перевестись в ФСБ, пока я не побуду в ГУВД еще 7 дней. Это будет одна из больших причин, почему я не смогу перевестись в ФСБ. Фак. Вышел на парковку, я решил подышать свежим воздухом. Ты залупа. Ты залупа. Ты педик. Ты пидор. Спасибо тебе, бро. Слышишь, если не секрет, сколько платят тебе? Честно. И сколько? Вот информация, я пока не сотрудничаю с Аризоной. А честно, сколько будет платить вот за ролик? Честно, ну ты красавчик, я у тебя уровень высокий. Там, у тебя монтаж охуенный. 500 рублей за ролик могут, если он так хорошо поднимется. Чё ржёшь? Я здесь реально, я тебе заплачу за ролик. Также тут я встретил сотрудника ФСБ и решил его поспрашивать о лидере. Тимур, стойте, вопрос. Вы работаете в ФСБ? Тимур! Я? Да. Так вот, смотрите, я вот хотел перевестись в ФСБ. Все меня пугают, говорят, что лидер, вот ЧСВшник, плохой человек. Правда ли это? Нет. Ну вот прям уверен. Вообще уверен на 100%. Вот это поворот! Не знаю даже, что сказать. Надеюсь, спустя ФСБ у меня все будет хорошо. Также мне предложили сделать это. Мама, I'm a criminal. Мама, I'm a criminal. Мама, I'm a criminal. Мама, I'm a criminal. Criminal. Вот такие вот мы крутые. А как же без перестрелок в ГУВД? Они тут тоже были. Они сейчас стрелять по нам будут. Да стойте, не стреляйте вы! Ну блин, меня сразу уложили. Как с ними вообще стреляться? Вот с информацией, ну зачем ты плюс стэшь? На этом мы и закончим данную серию. Кому понравилось данное видео, ставим лайки, а также не забываем подписаться. Пишем свое мнение в комментариях. Интересно будет их почитать. На связи был Бабаев. Всем удачи и всем пока. Какой вокзал? Где написано?
Паной М5, асфальт 8. У нее биркин, это осень. Она закурит, а я бросил. Айзен и жаю, сяду с Рокси. Подо мной М5, асфальт.